На 2 дня Ленинский мемориал попал во власть успешных бизнес-леди. В Ульяновске стартовал 3-й международный женский форум. Семинары и мастер-классы, выставка товаров и пленарное заседание. Программа мероприятия насыщенная. С первого взгляда форум напомнил выставку мастеров. Ульяновские кудесницы представили свою продукцию – предметы мебели, ювелирные украшения и кулинарные изделия. Одна из очаровательных коммерсантов – Лариса Довголюб. Ее домашний текстиль ручной работы покупают ценители экологичных материалов и изысканной вышивки. Бизнес-форум рукодельница считает отличным поводом показать свой товар, а также найти единомышленников. У нас в городе очень много предпринимателей-женщин, которые тоже свои какой-то идеи, концепции. Мне очень нравится мастерская Юли Кочетковой. Она занимается декором, штукатурками декоративными. Вместе с ней мы год назад ездили в Париж, участвовали в выставке. Дизайнер интерьера и одежды Марина Эра тоже представила свои работы. На экспозиции она получила деловое предложение, от которого было сложно отказаться. Я еще и нашла себе реализацию через партнеров, которые приехали, по-моему, из Москвы. Им понравилась моя одежда, и мы с ними будем завтра вести переговоры о том, как мне реализоваться на московском рынке. Мероприятие посетили федеральные эксперты. Один из них – Вероника Пешкова, посол доброй воли ООН. Опыт Ульяновской области по развитию женского предпринимательства оценивают так, что область – это один из лидеров на российской арене. И очень приятно видеть на выставке такое количество выпускниц проекта «Мама-предприниматель», по которому область также является одним из всероссийских чемпионов. Руслан Гайнетдинов уверен в том, что с каждым годом женский бизнес становится все более конкурентоспособным. На государственном уровне это заметили и создали особые меры финансовой поддержки. Например, развитие своего дела под низкие проценты от банка. Проект «Мама-предприниматель» тоже оказался востребованным. Он помог расцвести многим ульяновским коммерсантам. По итогам «Мамы-предприниматель» до 15% по итогам года после этого курса женщины становятся собственными владельцами бизнесов, проектов. И здесь сегодня на выставке вы можете увидеть, что это такое для нас. Они легко, охотно делятся между собой проектами. Наша задача – привлечь те, которые только задумываются и боятся сделать этот первый шаг. Выставка достижений деловых сембирянок плавно перешла в пленарное заседание при главе региона. Обсуждали и бизнес-стратегии, и планы на будущее. Но в самом начале губернатор Сергей Морозов признался, что он гордится нашими землячками. Очень здорово, что вот уже 3-й раз наш регион становится местом встречи самых активных, самых творческих женщин. Бизнес-леди и правда становится все больше в наших краях. Для сравнения достаточно привести сухие цифры статистики. Если в 2017 году в проекты развития деловой активности были вовлечены более 500 женщин нашей области, то в 2018 году это уже более 1500. Скорее всего, в следующие годы прекрасное общество пополнится новыми персонами, если им будут помогать, а не мешать идти к заветным целям. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, новости Ульяновской правды.